Всем привет, с вами Жора Плейшахов, я второй раз снимаю, потому что в тот раз что-то залагало. Ну, в общем, я прохожу Майнкрафт без всяких алмазных вещей, которых используется алмаз. Ну, и не получаю урона. Ой, загрузка. Перемотаем. Итак, я появился и я порубил. Затем я скрафтил верстак и сделал деревянную кирку. Нашел, прорубил землю и начал рубить камень, а тут мне попался уголь. Потом я скрафтил факела. Ну и дальше приступал добывать уголь и камень. Потом я решил из своей маленькой пещерки сделать домик. И уже сделал меч каменный. Кирку. Ну, а мы продолжаем. Дальше я прокопал вниз, но ничего не нашел. Пошел искать пещеру. Потом я увидел какую-то постройку в воде и поплыл к ней. А это оказался походу пиран. Я поплыл. Дальше уже темнело. У меня ни еды, ни дерева, ни железа. И поэтому я пошел копать свою шахту. Дальше я нашел еще уголь. Я увидел редстоун. Я понял, что я уже очень глубоко. И вот я докопался до бедрока. Дальше я нашел пещеру. Она, оказывается, была рядом с моим домом. Ну и тут обошел и нашел железо. А также у меня было железо. И по пути в пещеру мне использовалось много камней. Далее я вернусь, и как этот челлендж без урона, я бы все равно просто прописал команду. И тут вот я тут доделал портал, теперь ждем, пока он подождется. Хотя могу сделать зажигалку. Thank you.
Наконец-то я нашел спавн лейзов. Вот они тут. И пока я шел до них, я нашел еще 5 блейзов, из которых вывел 3 огненных серы. Ну ладно, я пошел убивать блейзов. Вот я уже добыл 13 огненных серден, только что закрылся. У них там меньше стало. Ну ладно. Идем искать по. Ну и вот. Я дома. Я переселился. Бежал долго. А теперь. Надо поубивать эндермена. И вот я тут ночью. Я расставил факела. Ну а также крафтил больше факелов. И тут эндермен. Видите, я не. Тут зомби. Все, мне не надо допрописывать. Всякий мысль. Я перешел огромный напасть зомби и сделал килл. Ну, потому что я урон получил. Ну, я убил зомби. Надо ее пожарить. А что ее можно пожарить? Ну ладно. Продолжаю искать эндерменов. Ну и я добыл 13 жемчуга. И делаем 26 этих. И 13 эндерменов. Давайте поспим. И пойдем на поиски портала в край. По пути мне встретилась Джереми. Вы спросите, откуда у меня еще одно эко эндера? Да, убил эндермена по пути. Сейчас удалим деревню. И наконец-то я нашел, где крепость. Вот там. Начал копать. Вот портал. Тут только одно око. Все, я спать. Вот я и поспал. А теперь можно и идти в портал. И вот я спел все кристаллы. Драконушка. Вот, я ее убил. И прыгаем. Вот и все. Мы прошли Майнкрафт без алмазов, всяких вещей. Ну, а также без урона. А да, это не полностью без урона. Я, если получаю урон от мобов, то я умираю. С вами был Жора Плешаков. До новых встреч. Предлагайте другие челленджи в вот о контактах. Если я скину ссылку. Всем пока-пока. До новых встреч.